В Твери на улице Орджоникидзе завели новую схему дорожного движения. На участке от площади Терешковой до бульвара Цанова нанесли новую разметку. Теперь на протяжении участка улицы встречные транспортные потоки разграничивает разделительная полоса. Таким образом закрыты левые повороты на улице Тамары Ильиной и Фадеева. Ранее здесь можно было повернуть налево в любой двор, выехав на трамвайные пути попутного направления. Теперь же совершить левый поворот, равно как и на десятки проулков и съездов ко дворам, можно только на специальных участках, где разрешен разворот. На этих участках сделаны дополнительные полосы вместо разделительной полосы. Развернуться можно будет около остановки «Торговый центр» на перекрестке с улицы Склискова и на самой площади. В обратном направлении разворот организованы опять же на перекрестке с улицы Склискова и на кольце на бульваре Цанова.